Сальса – это социальные танцы в общем понимании. Танцы social – это танцы для отдыха и общения. Людям надоедает сидеть за компьютерами, людям надоедает сидеть у телевизора, общаться где-то там только по мобильным устройствам. Люди приходят сюда общаться, люди приходят сюда за эмоциями, танцевать, то есть делиться с кем-то эмоциями. Это все не так сложно, и поэтому их и влечет сюда. Что такое бачата и сальса? Это отдых души от тяжелых рабочих будней. Это то место, где можно отдохнуть, и то место, где вам всегда будут рады. Когда я танцую сальсу, я получаю море удовольствия. Мне очень нравится. Это настолько очень много позитива, настолько раскрепощает, позволяет прийти после вот рабочего дня, вот, забыть вот эти все свои проблемы. Ну, просто это супер классно. Это не передать словами, сюда нужно прийти вот, и тут побывать в этой атмосфере. Это настолько здорово. Что я люблю сальсу. Сальса для меня – это драйв. Это заряд бодрости и всегда отличное настроение, вне времени года. Мы пришли с женой заниматься, что просто отдохнуть от семейных проблем. Немножко повеселиться, забыться. И что нам еще сделать? Семейные заботы и хлопоты, они, конечно, затягивают. Много ссор происходит в семье. А когда сюда пришли, мы расслабляемся, отдыхаем и получаем удовольствие. Витебчане, у вас есть замечательная возможность, вот совсем недавно она появилась в нашем городе, танцевать сальсу, бачату, заниматься социальными танцами. И вот у нас уже приближаются наборы, да, вы можете прийти попробовать, совершенно бесплатно попробовать. И если вам понравится, оставайтесь с нами, мы подарим вам эмоции, отдых, Кубу практически в Витебске.